Наш медицинский центр новой медицины на Ленина 44 во время пандемии в условиях карантина работал каждый день, без выходных. Мы первыми в нашем городе начали осуществлять прием анализов для проведения тестов на новую коронавирусную инфекцию. За эти дни мы сделали более 2300 тестов. 450 экстренных приемов педиатров. 1400 экстренных приемов терапевтов. Более 2500 рентгеновских снимков. Более 250 выездов врачей на дом. Все это время наш колл-центр принимал ваши звонки. А вся наша сеть медицинских центров оказывала профессиональную помощь каждому пациенту. Новая медицина поздравляет всех медиков с их профессиональным праздником и благодарит наших пациентов за оказанное доверие. Мы всегда на страже вашего здоровья. Дорогие и любимые мои коллеги, мои друзья, хочу поздравить всю нашу огромную команду, сеть «Новая медицина» с профессиональным праздником Днем медицинского работника. Труд каждого из вас профессионален, важен и нужен для наших пациентов. Каждый из вас не останавливался и не покидал свою работу даже в условиях пандемии, в условиях изоляции и карантина. Наша сеть работала ежедневно, без выходных. Мы принимали экстренных пациентов по разным специализациям. Конечно, на передовой у нас были наши терапевты, пульмонологи, аллергологи, рентгенологи, наши администраторы и незаменимый колл-центр. На передовой у нас оказался новый кабинет. Мы его называем про себя ковид-кабинет. Это кабинет, где сдавались тесты на антитела и на определение вируса ковид. Хочу поблагодарить всех наших специалистов. Спасибо огромное педиатрам, терапевтам, хирургам, неврологам, окулистам, стоматологам. Всем и каждому, ведь каждый из вас вел прием экстренных пациентов. Да, порой нам было страшно. Да, мы возвращались домой и не знали, что несем с собой, что можем заразить своих родных и близких. Но мы выполняли профессиональный долг и выполнили это достойно. Спасибо большое всему нашему огромному коллективу. Я надеюсь, что мы вместе с вами преодолели этот невероятный, сложный этап в нашей жизни. Желаю всем здоровья, счастья. С праздником, мои дорогие, любимые медработники. С праздником вся наша команда. Ну а вам, мои дорогие пациенты, хочу, как всегда, сказать, новая медицина рядом, и мы заботимся и работаем только для вас.